поздравляю фестиваль «Бок о бок» с юбилеем, десятилетие. Это большой, серьезный срок. Мне кажется, что ЛГБТ-тематика, которая сегодня стала абсолютно обязательной частью всех крупнейших мировых фестивалей, Берлин, Канны, Венеция, Оскар, они без этого не существуют и не живут. А в России, в нашем кино, в нашем фестивальном движении это представлено очень слабо. И очень здорово, что у нас есть фестиваль, который специально занимается именно этим. И для тех, кому интересна эта тема, и для тех, кому просто интересна современность. Современности без этой темы просто не существует. Поздравляю еще раз.